Твери ремонт теплотрассы в одном из дворов на бульваре Шмидта стал поводом для претензий к коммунальным службам со стороны горожан. Как выяснилось, придомовая территория, которая на протяжении долгого времени благоустраивалась силами жильцов многоэтажки и с привлечением их собственных средств, попала в зону ремонтных работ на теплосетях. Работа тяжелой техники на аварийном участке началась более 2 недель назад и была закончена лишь в начале этой недели. Теперь главный вопрос для жильцов – когда территория будет приведена в порядок? Для старшей по дому пенсионерки Ольги Ивасенко и ее соседей двор дома номер 40 по бульвару Шмидта место особое. В него жильцы, что называется, вложили душу. Здесь высажены декоративные растения, установлены ограждения, обустроена парковка и даже покрашены в яркие цвета бордюры. У нас красивые цветники, у нас огорожена детская площадка. То есть мы сделали все, что можно для двора, чтобы нам тут было уютно и комфортно. Однако в мае этого года на теплотрассе, проходящей по этому двору, было обнаружено повреждение. К ремонту коммунальщики приступили сразу же. Для этого пришлось раскопать часть территории. Жильцы испугались, что не увидят свой двор в первоначальном облике с клумбами и парковкой. Затрачены такие деньги. Мы долго ждали проект, когда будет готов. Потом ждали, когда начнутся все эти работы. Мы все участвовали, все жители очень как-то с любовью относятся к двору. Потому что и дети тут, и на самокатах катаются. В попытках добиться ответа относительно сроков ремонта и приведения двора на Шмидта 40 в порядок, жильцы обращались и в городскую администрацию, в ресурсоснабжающую организацию, которая осуществляет ремонт. С запросом к коммунальщикам обратился и наш телеканал. В генерирующей компании нам пояснили, что в настоящее время работы уже заканчиваются, а сроки их окончания сдвинулись из-за сложности проводимого ремонта. Там проходят разводящие тепловые сети в достаточно изношенном состоянии. И при ремонтных работах ремонтные работы были затруднены тем, что рядом проходят другие коммуникации городские. Кроме того, отпечаток на проводимые работы наложила и сложная эпидемиологическая ситуация. Из-за пандемии коронавируса были сдвинуты сроки проведения гидравлических испытаний. Как следствие, сейчас ремонтных бригад хватает не на все объекты. Тем не менее, в ресурсоснабжающей компании со всей ответственностью заявили, что в ближайшее время во дворе пройдут работы по благоустройству территории. Жильцов просят потерпеть, напоминая о том, что у коммунальщиков сейчас горячая пора, и всем будет лучше, если максимальные объемы работ будут выполнены в теплое время года, а не при минусовых температурах в авральном режиме. Наш телеканал будет следить за восстановлением территории возле дома на бульваре Шмидта и расскажет вам, когда и чем завершится эта история.